В актовом зале Смольного состоялись очередные ленинские чтения. Они были посвящены теме «Ленин и искусство». Доклад сделал профессор Института культуры Хватов. На чтениях выступили лауреат Ленинской премии, кинорежиссер Козинцев, художники, артисты, музыканты. Новые стихи прочитал поэт Сергей Орлов. Задание пятилетки к 7 ноября 1970 года. Таковы обязательства коллектива завода «Вулкан», соревнующегося за достойную встречу столетнего юбилея Ильича. Группа конструкторов во главе с Владимиром Хмелевским создала новую машину для производства трикотажного полотна. Она намного точнее и производительнее выпускавшихся раньше. Первая партия машин отправлена на фабрики. Гражданский проспект – одна из крупнейших строительных площадок Ленинграда. Здесь работает бригада Алексея Сергеевича Деметькина, заслуженного строителя республики. Всего 37 дней требуется сейчас бригаде для монтажа 9-этажного дома. Строители нашего города поставили перед собой задачу построить в 1970 году 2 миллиона квадратных метров жилой площади, на 350 тысяч квадратных метров больше, чем будет построено в этом году. А за 21 месяц, оставшийся до столетнего юбилея Владимира Ильича Ленина, ленинградцы получат 100 тысяч квартир. На Карельском перешейке много живописных уголков. И лучшие из них отданы детям. 12 лет назад под Сестрорецком открылся детский санаторий «Дюны». За это время в санатории побывало более 10 тысяч ребят. За 3 месяца, которые дети проведут здесь по бесплатным путевкам, они окрепнут, поздоровеют. Санаторий открыт круглый год. Осенью и зимой школьники смогут учиться. Советскому здравоохранению 50 лет. Итоги этого пути подвела минувшая сессия Верховного Совета СССР. Намечены меры для дальнейшего улучшения медицинской помощи в нашей стране. Очередной выпуск военной ордена Ленина Академии тыла и транспорта. Новый отряд военных инженеров получает дипломы. На встрече с выпускниками военных академий Леонид Ильич Брежнев говорил, что в новых условиях неизмеримо повышаются требования к военно-технической и, смело можно сказать, научной подготовке офицерского состава. Выпускники этой академии овладели мастерством использования современной техники, искусством обеспечивать войска всем необходимым в полевых условиях. Остались позади годы напряженной учебы. Молодые офицеры готовы выполнить любое задание Родины. Thank you.
На северо-западной машиноиспытательной станции держат экзамен новые машины для села. Здесь можно увидеть в действии технику завтрашнего дня. Эти рассадо-посадочные агрегаты скоро выйдут на колхозные и совхозные поля. О таких культиваторах нового типа давно мечтали механизаторы. Машины держат экзамен. А теперь побываем в этом доме быта. Он открыт на Нарвском проспекте. В таком крупном предприятии бытового обслуживания все под рукой. И химчистка, и мастерская по ремонту обуви, и ателье мод, и фотография. В Ленинграде уже работают первые три таких дома быта. Вот-вот распахнут свои двери еще два, на Суворовском проспекте и на Бармалеевой улице. А еще четыре возводятся в Невском, Октябрьском и других районах города. Вы, конечно, уже встречались на голубых экранах. «Горизонт» — молодежная программа ленинградского телевидения. Когда на экране появляется эмблема «Горизонта», зрители всегда собираются у телевизоров, и не только в Ленинграде. Сейчас в редакции готовятся новые передачи к 50-летию комсомола. Сюда приходят композиторы и ученые, писатели и рабочие. Проводятся конкурсы рационализаторов, конкурсы по профессиям. Света, Володя, вы помните, мы несколько месяцев назад делали репортаж вашего завода с полиграф Маша об индивидуальных обязательствах, которые комсомольцы, производственники, станочники берут к 50-летию комсомола. Ну и, очевидно, индивидуальные обязательства включают в себя и такое понятие, как индивидуальное мастерство в каждом отдельном случае, да? «Горизонт» готовится к празднику молодости. Впервые в Ленинграде разыгран приз «Серебряные шпоры». На конно-спортивном празднике свое искусство демонстрировали мастера преодоления барьеров, вольтежировки, выездки. Но разве можно на празднике обойтись без танцев? И вальс, и лядка-янка сменяется пируэтом, рысью, пассажем. Такие соревнования будут традиционными –